днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Вот Ариша как хотела, тебе дарит цветочек, шоколадку, чтобы тебе было сладко, и твой шопер, который вчера так не успели забрать. Будь счастлив, будь здоров, чтобы у тебя было много подарков, чтобы у тебя было много друзей. А теперь то же самое, только давай четко проговариваем каждое слово, потому что непонятно, что ты говоришь. Будь счастлив. Что? Счастливо. Здоровой. Будь здоров, много подарок. Много подарок. Много друзей. Здоровые, веселые. И чтобы слушают родители. Я просто знаю, что она тебя очень любит. Ну, ты так это знаешь. Что мы тебя все очень-очень любим. А можно? Открыть? Открывай. Еще горишь. Да, конечно. Да, в комнате у вас, конечно. Ну, кстати, нормально, не сильно большой, а то бывают такие шоперы большущие просто. У меня теперь кармашики есть. Смотри, подожди. Ну, чем он воняет? Ничем он не воняет. Ну, конечно. Валя, тут еще есть застежка? Да, я видела. Да, приделывай сразу брелочек свой. А где он? Вон. А он приклеен. Что, он прорезиненный, что ли? А я откуда знаю? Мишка, наверное, так этого зовут. Он здесь должен быть, да? Не знаю, куда хочешь. Какого хочешь? У нас время утро. А еще ты либо болеешь. Папа просто ездил по работе, по делам. И вот. А подожди. Просто там было показано, что тут это. Он... А, да, вот он забыл. Шопер, шопер. Тоже кармашек. Угу. Для телефона, наверное. Ариш. Я телефон ушел. Я его оторвала. Что сделать? Мама, я его оторвала. А, молодец. Сейчас открою. Ой, как розочка пахнет. А, я его не оторвала. Что, ты внутрь? Да я не помню. А ты говорил, зачем мне сопер? Ну все, ты довольна? День начался хорошо. А я тоже себе заказала сумочку. Небольшую. А то моя уже совсем... Помоги. Это... Ну, она тряпочная, я думала. Да мне нормально. Мне в машине ездить, документы возить. Документы и кошелек. Вот такая маленькая сумочка. Вот как раз один кармашек для документов и для и для кошелька. Кошелек, телефон, документы. Ну? Ну что, время, день. У нас погода наладилась. Светит солнышко, а мы поехали. Сейчас заедем в магазин, купим тортик и поедем к куме, познакомимся с малышом, как у них сыночек родился 2 месяца. Ну и попьем чай, как бы типа отметим Полинин день рождения с мамой крестной. Вот. А потом поедем в Абилене. Жарить шашлык, отмечать день рождения. Мама, А я поняла, почему у нас теперь погода нормальная. Почему? Потому что лайки поставили. Наверное. Все, у нас тепло, но мы что-то пока в парк не рискнули ехать, потому что ветрище сегодня такое ужасное, просто все сносит. И поэтому мы решили, что просто поедем, пожарим мясо. В закрытый, в топ-хлоп предложила, девчонки не захотели, но что-то Полина говорит, мне там скучно, уже не интересно. Ну ладно, не хочет, это же ее день рождения, значит не поедем туда. Вот. Да, да.
все поздравят, уже много кто поздравил. Я даже подарок уже подарила. Ну, все видели, что ты поздравила и подарила подарочек. Все, едем в магазин за мяском, за тортиком. Вот. А, у Кумы, наверное, снимать точно ничего не будем, тем более у них маленькая лялечка, как говорится, нельзя еще. А вот. Так что, скорее всего, увидимся у мамы уже только. Там это уже сам будет. Вот, видите, у нас солнышко, тучки еще сохраняются со вчерашнего дня немножко. Но это уже для нас не тучи, но ветер как бы есть, конечно. И причем местами, временами прям очень сильный ветрище. Вот, сейчас мы остановимся, увидите деревья. Видите, колышется. Мама, что это? Так что, а ты сегодня с ними не здоровался, кстати. Мы-то Happy Birthday то спели, а ты там где-то ходил в коридоре. О, Тася, всем привет. С утра делами занимаюсь. Все, едем. Короче, пока мы ходили по магазинам, купили немножко мяска, тортик, дыньки, черешни. Ну, в общем, потом посмотрите, увидите наш стол. Так, по мелочи, по чуть-чуть. Решили к кумовьям сегодня уже тогда не ездить, это время много. Поехали к маме. Сейчас как раз пока накроем стол, нажарим мясо, там уже Оля подтянется. Вот. Думает еще тоже с ночевой или нет. Ну и мы, соответственно, тоже думаем, с ночевой или нет. Ну, это, скорее всего, с ночевой, да, папа? Как у меня мама спрашивает, а кто сегодня у вас пьет, кто за рулем? Я говорю, ну, блин, я рожала, значит, я сегодня пью. А Паша, если что, за рулем. Вот. Ну, все, уже, что? Говори. Что сказала? Вот всем интересно про твои чипсы. Пожалуйста, подпишитесь на мамин канал, чтобы у меня было уже много лайков. Не удаляйте. Вот так вот, ребята, подписывайтесь на наш канал и ставьте много лайков. Там все, едем. 50. Увидимся уже в деревне, как говорится. Спи. Все руки уже. Так а что ты девок-то не мог крикнуть, не слышит? Пока у нас, пока мы ездили в магазин за вином, папа уже шашлык жарит, нажаривает. Это пофиг, вода есть у меня. Мне рукавицы надо. Руки все уже. Помаши всем привет. Я уйду, тут все сгорит нафиг. Сейчас шашлык уже снимать будем. Пошли делать салаты. Надо девок отправить ягодки собирать. А, там ягодки, вон красные ягодки. Вон. Вон. Кругом все в красных ягодках. Тетя Оля приехала, поздравила. Шарики. Распаковка, давай. Пакетик от Насти. Ну, мой пакетик какой? С анимешечкой. Ну, у тебя не день рождения сегодня, чтобы тебе дарили. Да. Ой. Видишь, как минтиков? Я не знаю, как она открывается вообще. Я знаю. Фарин. Так, лосьон от прыщей. О. Полезное. Ну, как раз уже такой возраст, что да, надо, надо. Гель для умывания, это прощай. Арина. Салициловая пилинг-скатка, глубокое очищение. Чупа-чупс. Очень вкусно, я отхилела. И шоколадка, Настя сама ее выбирала. Все.
Не знаю, когда мне будет. Я хочу попробовать. Ну вот будет у тебя день рождения, тебе тоже подарят. Подожди, я хочу попробовать палетку открыть, посмотреть. Пакетик-то поди тоже Настя подбирала. Вау. Ариш, голову. Вау. Только интересно, вот эти шарики. Ну, какова красота будет у Полины на глазах. Да, теперь есть за что маму ругаться снова. Все, сейчас это все прибирайте, чтобы ты Сюни не это. Давай посмотрим, что за шарики. Просто с бабочками. Ой, вчера с такими же фоткалась. Да, Сюш, не. Надо будет потом вот это попробовать, мама. Да, обязательно. А здесь надпись. Волшебная на всю голову. Да, надпись волшебная на всю голову. Тася, лопнешь? Нет, это Полинины шарики. Не надо. Все, довольная, да? А у нас там готовка полным ходом. Мясо жарится, салаты делаются. Сейчас будет вкусно нам, да? Вот баба Лена вот в таком виде в магазин ходит. Почему ты, говорит, никогда не показываешь, в каком виде я хожу в магазин? Баба Лена, отойди, у меня камеры на тебя не хватает. Вот красивая деревенская... Сотечка главная. Да, красивая деревенская девушка. Очень подглядывает за нами. Ну, мама закрыла, так закрыла. Вы что-то хотели? Или так просто подглядываете? Мясо жарится, аромат стоит просто. Волшебный. Она экономит свое время. Бусечка сидит за папой, бдит. Буся. Идет тоже. Ой, бежит. Люсечка. И Бусечка бежит сразу же. Шикарные мамины кошки. Она сама зайдет. Не провались. Оля, сразу свою корыцу это прибери. Кого? Корыца своя. Какая? Вот. Я тебе сделала же. Винка, персик, черешня. Еще яблочки, бананы мы не стали. Ну что я, ну как я его не повезу же? Где у тебя лежит? Соки купили. Я тебя поеду в деревню. А, шашлычка. Венцо, водочку. Мы будем пить, Настя, вино. Ну, конечно, вино. Все, теперь у нас стол полный. Я буду вот тут сидеть. А там три вида шашлыка. Бабушка. Как будем ковыряться? Бабушка, я буду вот тут сидеть. Я буду просто сверху брать. Будем по очереди, какой будет. Надо было ребрышки и отдельно. Конечно, чтоб тебе. Или вон туда садись. И чай на стол. Папа как-то недовольна, надо выпить 100 грамм, да? Зачем устал. А где я буду? Полина заказывает. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Полина! С днем рождения тебя! Загадывай желание. Дунь. Загадывай, дунь. Молодец. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12! Раньше за уши поднимали. Мама! Раньше за уши дергали. Полинины именины, испекли мы каравай.
всех, конечно, всех. Я люблю. Ну, это больше всех.